В Батыревском районе из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. В районе установилась жаркая погода на 3-4 градуса выше средних многолетних значений. Осадки выпадают местами. Из-за отсутствия дождей существенно снизились запасы продуктивной влаги в почве, говорится в сообщении Главного управления МЧС по Чувашии. По данным администрации Батыревского района, в результате сильной воздушной и почвенной засухи повреждены посевы сельскохозяйственных культур на площади 7000 гектаров. Главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и служб рекомендовано усилить контроль за состоянием окружающей среды, осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также организовать круглосуточное дежурство на стационарных пунктах управления. Кроме того, необходимо принять оперативные меры по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и снижению размеров ущерба.